Бобо. Ребята, сегодня мы с вами поиграем в одну смешную и прикольную игру с одним смешным котиком и поприкалываемся с ним. Короче, будет весело. А перед тем, как мы начнем, поддержи этот видосик лайкосиком. И, конечно же, подпишись на мой канал, если ты не сделал этого раньше. Подпишись, не ленись. Ну и, конечно же, для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 3 пасхалки в виде кота. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши «Тайм-код кота» в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. О, привет, чумазик! Привет! Ну что, давай знакомиться. Меня зовут Локи. Меня зовут Хуан. Карлос, что ли? Да-да, Карлос который. Ха-ха, приятно познакомиться. И мне очень приятно. Ну что, чем займемся? Может, для начала нужно тебя помыть, а то ты воняешь? Бе. Ууу, боюсь, боюсь. Фыркает он тут. О, начинается. Тебе, наверное, нужно поспать, а то ты нервный какой-то. Не, спать не хочу. Ну что, погнали мыться. Приведем тебя в нормальный вид. О, вот и ванную нашли. Сейчас тебя помоем. Надеюсь, что отмоем. Не буду мыться. Будешь, будешь. Куда ты денешься? О, разошелся. Сейчас еще погрызешь меня. Так, все, хорош выкаблучиваться. А то воняешь ты, конечно, знатно. Так, сначала намочим тебя. А ща намылим хорошенечко и потрем, чтобы был чистенький и прям блестел. А сейчас нужно Секу подождать, чтобы грязь отстала. Ну, думаю, все, можно смывать. О, все готово! Какой красавчик! И пахнешь приятно. Так, Гу тебя сейчас покормим. Итак, заглянем в холодильник. Посмотрим, что там вкусненького есть. Ого, ничего себе тут разнообразие. Но монеток у нас не так и много. Так что тут особо не разгуляешься. Да уж. Так, а давайте-ка купим тараканчика и ящерку. А далее подумаем, как насобирать много-много монеток. Вот на эти баночки. Они почти 1000 стоят. Думаю, с ними обязательно что-то прикольное будет. Ну что, Хуанас, готов кушать? На, держи. О, даже не скривился. Ну что, немного подкрепился? Селенок добавилось, Гу, поиграем. И тут у нас 3 игры. Начнем мы с первой. Это гоночки. Ну что, погнали посоревнуемся. 3, 2, 1. Гоу! Так, а мы 8-е. Ну ничего, сейчас будем первые. О, впереди вижу какие-то приколяхи. Прям 2 зацепил. Посмотрим, что мне выпадет. О, выпало ускорение. Уху! Ух, меня чуть бутером не подбили. Фух, блин, проскочил. Ну, гоночки, это круто, ребята. Кому тоже нравится, напишите в комментах. И следующая приколяха, которую мы споймали, это банан. А точнее, шкурка с глазками. И, походу, ей очень стрёмно. Ха-ха. Давайте скинем ее. Уу, прям перед носом бутер пролетел. Но меня не зацепил. Фух, я везунчик. Уу, блин, Хуан, ты меня напугал. Капец, какой он огромный. Прям гигант. Воу-воу-воу, нет, меня подбили. Капец, и нам снова выпал банан, а не мешал бы бутер. Но ничего, у нас еще полно времени. Так как у нас 3 круга целых. Так что погнали быстренько вперед. Воу, я лечу. Жмякаем еще одно ускорение. Еее, я обошел всех. Так, проходим крутые повороты. Есть, и полный вперед. О, там было сокращение. Я не успел вырулить. Ничего, на втором круге попробуем. Йуху! Мы первые прошли первый круг и идем на второй. Так, пока все спокойно. Можно немножко расслабиться. О, блин, расслабишься тут. Уже погнали. Но с ускорением мы снова первые. Были, блин. Капец, я снова 8-й. Ха-ха. Так, гоу, быстренько. Всех догоним и обгоним. Погнали. Еее, мы 2-е. И сейчас будем 1-е. Йуху. Так, бутер в таких случаях очень выручает. Ну что, погнали дальше. Есть! 2-й круг пройден! И мы снова 1-е! Но еще рано радоваться. Нужно проехать 3-й круг. Но самое важное, это прийти 3-й круг 1-м. Ну, блин, блинский! Куда ж вас тут столько налетело-то, а? И все хотят, смотрю, выиграть. Но я так просто не сдамся. Давай вперед, машинка, ну же! Еее! Мы взяли бонус и едем 1-е! Уч, блин, были 1-е! Ого, сколько тут бананчиков разбросали! Так, главное не вляпаться в них. Есть! А сейчас гоу-быренько постараемся обойти желтого! Гоу-гоу-гоу! Воу! У нас выпал бутер! И это наш шанс! Уху! Получилось! Прям яблочко! Мы снова в лидерах! И еще совсем чуть-чуть осталось! Так, мы выходим на финишную прямую! И сокращаем! Уху! Какой крутой поворот! Я вижу финиш! Он очень близко! Еее! Мы
мы первые! Да-да-да! У нас все получилось! И мы получили 80 монеток! Неплохо! И мы можем их удвоить, посмотрев рекламу. Давайте сделаем это! Давай играть! Ты еще не наигрался? Ну давай посмотрим, что там за вторая игра. О! А в этой игре мы плывем на лодке! И тут нужно обходить скалы. Ух, блин! Не обошел. Чего? Только две монетки? Чё-то очень мало. Не совсем прикольная игруха. Ща посмотрим, какая третья игра. Там, походу, летать надо будет. Ого! А это будет непросто. Так, держись, Хуан. У-у-у, первую прошли, вторую, третью. Так, давай-давай наверх. О, да, получилось! Фух, у меня неплохо получается. Ух, блин, дотрынделся. И нам дали всего 4 монеты. Это очень мало. Итак, чтобы собрать побольше монеток, гол сыграем в гоночки. Погнали! Вуч, блин! А ты чё такой чумазый-то опять, а? Это мы с тобой так поиграли? Ха-ха! Что ты все силы, смотрю, потратил. Так, все, баю-бай, набирайся сил. Все, так быстро? Ты хоть выспался? Выспался. Точно? Да все, я уже выспался, я сказал. Да понял, понял я. Не ори. Гол тогда, помоем тебя. Нет-нет, не хочу мыться. Ну мало ли, что ты хочешь. Грязнуля, ща помоем тебя и будешь красавчиком. Есть хочу. Окей, помоешься, и я тебя покормлю. Договорились? Да. Понял, понял. Все, давай мыться. Хорош болтать. Ну вот, готово. Только вот не понимаю, чего ж такие глаза у тебя красные? Вроде ты и поспал. Нет-нет, они совсем не красные. Ага, вот посмотри сюда. Ты просто не видишь. Видишь? Да вижу, вижу, что они капец какие красные. Может, тебе нужно поесть, и тогда все пройдет? Ну, что желаете поесть, Хуан? Выбирай. А хотя, я думаю, что мы попробуем все из этого меню, так как монеток у нас хватает. Мы играли, так что покупаем все. Ну что, начнем нашу дегустацию с тараканчика. И как он тебе? Вкусно. А следующая у нас ящерка. А это как? Пальчики оближешь. Ничего себе! Ну, следующая у нас рыбка. Тебе, думаю, точно зайдет. Нет. Да ладно! Тебе что, рыба не понравилась? Это почему? Рыба. Да уж, странно у тебя вкус вообще. Так, на, запей все это молочком. Молочко сладенькое. Я думал, тебе и молоко не понравится. На, держи бутер. Такой же, как из гоночек. Ну что, как он тебе? Что-то непонятное. Понял. Следующий у нас корм. Я думаю, ты такой ел. Не, в следующий раз ешь сам свои сухари. Ух ты, привереда какой! А следующая у нас крыска. И она просто так тебе не достанется. Ее нужно поймать. Ха-ха! Ну что, как она тебе? Перчика бы еще. Перчика? Не, ну перчика в меню не было. Вот тебе тунец. На, закуси. Только банку не ешь-то. Капец, вот ты живоглот. Да-да, с банкой сама то. Так вкуснее. Так, а это у нас тут что-то непонятное. Ну, может, ты уже наелся? Да, давай, пить хочется. Ну смотри, этикетка на этой бутылке мне совсем не внушает доверия. Ты уверен, что хочешь это? Уверен, уверен. Ну ладно, была не была. Ну давай же. Да ща, подожди секу. Не дразни меня. Я думаю, ты уже не голодный, так что все, свободен. Ну ладно, ладно, уговорил, блин. Вот я так и знал, что тут что-то неладное будет. Ой, блин. Воу, Хуан, это ты? Ты чего такой красный-то, а? Как ты вообще? Да все тип-топ. О, нет, тут совсем не тип-топ. Че у тебя с голосом вообще стало? Че с голосом такое? Ага, совсем ничего. Так, ладно, нужно это как-то исправлять. Мне очень нравится. Ну мало ли, что тебе нравится. А красный цвет мне к лицу. Но тут не поспоришь. Вот, держи. Это, я думаю, тебе поможет. Бери эту гадость. Ага, а что ты хочешь? Может, вот это? У меня еще бутылочка есть. Понял, держи. Только не рычи. Ух, сейчас будет веселуха. О, опять начинается. Сложно догадаться, кто тут дизайнер. Давайте посмотрим все комнаты. Ничего себе! Они все такие прикольные. Ну прям класс. Да-да, мне тоже нравится. Так, все, Хуан, хорош. Надо тебя полечить. Я это не хочу. Ну и
еще бы! Хочешь, не хочешь, а надо! На, держи! Наш Хуан вернулся! Чиномик! Вот и отлично! На этом, я думаю, пора заканчивать. Вообще огонь, поиграли! Как говорится, хорошего понемножку. Не-а. Да-да! Все, давай тебя положим спаткать. Нет-нет, какой спать? Ну, это уже ребята решат. Пожалуйста! Ой, ты бываешь даже таким милым! Ну все уже! Хорош милоты! А то ща переборщишь. Не-а, спокойной дыхалки. Споки! Вот это было прикольно! Ребят, ну как вам игра? Понравилась или нет? Напишите в комментах. А еще можете написать свои любимые игры в этом стиле. И я посмотрю, и, возможно, какую-нибудь досыграю. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!